Сегодняшний день посвящен Дню украинской семьи. И Центр психосоциальной реабилитации попытался воспроизвести все основные моменты, важные для семьи. Самое главное в семье – это совместное взаимодействие, проведение досуга, личные традиции и общее взаимодействие и общение, где вносится теплота и комфорт. Именно поэтому сегодняшние семьи встречают этот день здесь, в нашем фельдмано-экопарке. Это абсолютно разные семьи, в которых на данный момент решение конкретной проблемы – это помощь нашего центра. Она может быть как психологическая, как юридическая, как консультационная. Но сегодня мы, благодаря поддержке, привезли именно эти семьи с детьми посмотреть на животных, немножко погулять, оздоровиться и увидеть что-то новое. Потому что на данном этапе как бы для людей социализация им нужна. Поскольку сегодня к нам приехали семьи со сложными жизненными обстоятельствами, это говорит о том, что они столкнулись в своей жизни с трудностями, которые не каждый может пройти достаточно легко и успешно. И мы решили дать родителям такую возможность ввести рубрику вопросов-ответов, если есть какие-то насущные вопросы по тому, как взаимодействовать с детками, потому что они все разных возрастов, в одной семье могут быть, да? Если есть какие-то вопросы по преодолению тех сложных ситуаций, в которых они оказались, если им нужна просто психологическая разгрузка, помощь, консультация психотерапевта, мы им предоставляем такую возможность обратиться за помощью и получить квалифицированную помощь специалиста. Данный проект, который мы сегодня осуществляем, он произведен и создан, сформирован совместно с социальной службой и тоже благотворительным фондом «Майбутни Синадия», где три организации постарались совместными усилиями объединиться и создать максимально благоприятные, комфортные условия для этого дня. Сегодня программа насыщена тем для данных семей, что в первую очередь они ознакомливаются с той экосистемой, природой, флорой и фауной, в которой вообще они живут на территории Украины. А в дальнейшем они ознакомятся уже вблизи на практике с животными, где могут испытать новые ощущения в контакте, во взаимодействии, такие как катание на лошадях, взаимодействие с собаками. Но самым эксклюзивным сегодня, наверное, для ребят будет это знакомство с рукоклырылами, где они смогут и пообщаться, и повзаимодействовать, и узнать много важного и интересного, как они могут со своей стороны вносить лепту вот этого внимания для окружающей среды. Что немаловажно и в семье, так как семья держится на взаимном уважении и внимании, которое формирует всеобщую любовь друг к другу.